Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. Весна еще не закончилась, а летний сезон в городском парке уже набирает обороты. Здесь интересно не только малышам, но и взрослым. Можно легко вспомнить детство, развлекаясь вместе с малышами, а не наблюдая со стороны. Еще вопрос, кому понравится больше и кто получит большее удовольствие, вы или ваш ребенок? Вот уже несколько лет, как городской парк радует горожан новыми аттракционами. Установленный в прошлом году батут пользуется популярностью у всех. И у тех, кто только едва вообще научился ходить, подросткам же с их неуемной энергией здесь вообще рай. В понедельник в парке стартует сразу несколько акций. Именинникам скидки 25% в день рождения и на следующий день. Каждый четверг и субботу с 3 до 4 анимационная программа для детей с розыгрышами и призами. И не только. С понедельника по вторник у нас стартует акция «Счастливые часы в парке». Скидка 20% с 13 до 15.00. Также у нас стартует акция «Аттракцион дня». Мы выбираем любой аттракцион парка. На него будет скидка 25%. Также существует акция «Авточетверг». На аттракцион «Авторалли», «Автодром», «Аккумуляторной машинки» будет скидка 15%. Добро пожаловать, мы ждем вас, будем рады вас видеть. Также в парке действует бонусная программа. Пополнив карту «Гулливер» на 1000, в подарок вы получаете 100 рублей. Кроме того, в продаже имеются подарочные сертификаты на аттракционы. А 1 июня, в День защиты детей, горожан ждет праздничная развлекательная программа с призами и подарками. Мы будем рады вас видеть. Вся подробная информация об акциях-бонусах, времени проведения праздничных мероприятий на нашей странице ВКонтакте «Парк Гулливер».